Не слушай Адлера. Он тебе лжет. Узнай тебе лжет. Не верь Адлеру. Во время проверки доклада о советском бункере твой вертолет был сбит огнем с земли. Когда к тебе вернулось сознание, вокруг шел бой. Выжившие пытались отразить атаку вьетконговцев. Ты бросаешься вперед и хватаешь М-16. И другое. Для руин оказалась развилка. Интуиция подсказала тебе, что нужно идти по правой тропе. Вернуться в пещеру можно было просто. Тебе захотелось как можно скорее добраться до бункера. Вернись и доберись в бункер по тросу. Увидев бой, ты берешь М-16 на изготовку. Высылай тебе сушку срочно! Принято, вертолет вылетел. Расчет на 2 минуты. Бункер из твоего отчета. Господи, да что такое? Легкий приступ. Симс, передашь бензодиазепин? Опыты ЦРУ в сознании увенчались успехом. Внедрение ложных воспоминаний. Пора за работу. Увеличиваем дозу и прогоняем 1Б. Так, приготовились. Когда к тебе вернулось сознание, союзников рядом не было. Были только вьетконговцы, которые искали выживших. Тебе удалось бесшумно убить их выстрелами из лука.
Возле руин оказалась развилка. Интуиция подсказала тебе, что нужно идти по правой тропе. Вернуться в пещеру можно было. Тебе захотелось как можно скорее добраться до бункера. Белл, вернись и доберись в бункер по тросу. Ладно, Белл. Меняем сценарий. Теперь 11. В горе оказались союзники, прижатые плотным огнем. Тебе пришло в голову поддержать их со снайперской винтовкой. Ставлю один куб адреналина. Сценарий один. Пора за работу, Белл. Не советую. Я не спрашивал. Когда к тебе вернулось сознание, вокруг шел бой. Выжившие пытались отразить атаку вьетконгцев. Взяв гранатомет, ты бросаешься вперед. Возле руин оказалась развилка. Интуиция подсказала тебе, что нужно идти по правой тропе. Не сопротивляйся, Белл. Иди направо. Вернись и иди к бункеру по правой тропе. Спускайся по тросу к реке. Белл, возвращайся к тросу. Бункер в пещерах. Давай!
Почему Симс это сценарий 17? Тоннель? Ну, ты достаешь пистолет и фонарик. Хватит врать, Белл. Начинай заново. Расскажи мне, что с Персеем. Плевать, что дверь заклинила. Открывай! Еще одну инъекцию. Белл может умереть. Делай! Ну! Пульс уже... Пульс зашкаливает. Боюсь, что Белл долго не продержится. Хорошо. Показатели стабилизируются. Пульс постепенно замедляется. Чёрта, Белл в лаборатории! Белл, забудь эту чёртову лабораторию! Мне надо узнать про бункер! Белл в опасности! Полный отход от сценария! Белл переживает психотравмы. Реальные и воображаемые. Других зацепок у нас нет. Будем давить, пока не раскопаем. Или пока Белл не умрет. Мы давно знаем. Похоже, программа начинает закрепляться. Вместе прошли через вьетнамский ад. Пора за работу. Переживает еще один заход? Ты меня спрашиваешь? Делай. Мы не уйдем с пустыми руками. Сценарий 17. Готовься. Пора за работу, Белл. Это мы уже проходили. Перейдем к следующей части. Белл, дверь бункера была прямо в руинах. Ты заходишь.
Белл, входи в бункер. Белл, открой дверь. Расскажи мне про Персея. Что было в бункере, Белл? Белл, Персей тебе что-то сказал. Что? Белл, дверь, входи. Расскажи мне про Персея. Расскажи мне про Персея. Товарищи, США и их союзники медленно, но верно пожирают все, что нам дорого. Действуют перед лицом этой угрозы. Это моральный долг Персея – действовать, когда они сдались. Скоро у нас будет американская атомная бомба. Ключ ко всему арсеналу зеленого света. Получив контроль над их бомбами, мы сможем подорвать их с безопасной позиции на Соловках. Признаюсь, я удивлен. Так быстро выйти из себя. Подавление воли и стирание личности – сложный и болезненный процесс. Невелика цена. Опыт рациона сознания увенчались успехом в области внедрения ложных воспоминаний. Хочешь, чтобы я рассказал им о Вьетнаме? И нужно выбрать кодовую фразу для активации внедренной памяти. Похоже, программа начинает закрепляться. Мы давно знаем друг друга, сражались вместе, проливали кровь, вместе прошли через 19 лет. Пора заработать. Перепрограммирование окончено. Пора дать имя нашей новой личности. Белл. Приходит в себя. Белл, шутки в сторону. Что сказал Персей? Где он? Все это покажется мелочью по сравнению с тем, что тебя ждет в случае отказа сотрудничать. Ты сломаешь жизнь, если не выложишь все как есть. Отвечай, где Персей? И где Персей? Говори, Белл, ради этого мы все и затеяли. Белл, ты ведь тоже из команды Персея. Его подручный, Арашка Дивар, напал на тебя на аэродроме в Турции и бросил умирать. Из Трабзона самолет полетит к дуге. Ты знаешь. А этого ты не знаешь. Персея там нет. Никто из этих наемников не уйдет с дуги живым. Мы выбросим их трупы в лесу, а потом переправим груз в Волку, в Берлин. Оттуда мы полетим на Соловки.
Персей тебя слишком ценит. У меня на тебя другие планы. Мне не нужны конкуренты. Мы там были. Мы нашли тебя, когда все закончилось. ЦРУ создало тебя заново. Нам пришлось дать тебе новую личность взамен старой. В итоге ни одна биография толком не прижилась. Все наши попытки потерпели неудачу, и мы решили сделать из нее тайну. Вдобавок мы получили возможность использовать твои лингвистические и криптографические навыки. Куда сложнее было с памятью. Специалисты программы МК-Ультра взяли за основу память Адлера о Вьетнаме. Мы хотели создать у тебя ощущение общего прошлого, чтобы вызвать доверие. Твои руки чисты, Белл? Нет, считай, тебе повезло. У тебя эти воспоминания пару месяцев, а я живу с ними больше 10 лет. Бесполезно тебя допрашивать, но проект МК-Ультра позволил создать план Б. Убедив тебя в том, что ты не ты, мы могли привести тебя туда, где ты расколешься. Я так не думаю. Ты еще сопротивляешься, но мы вытащим из тебя правду. Пора за работу. Ключевая фраза держала тебя в рамках, но этого мало. Твои главные секреты всегда оставались под замком. Возможно, сейчас ты нас ненавидишь за этот поступок. Просто объясню, каковы ставки в этой игре. То, что ты сейчас делаешь, нужно не мне и не тебе. Речь о чертовых миллионах людей. О том, чтобы остановить того, кто, как в конце концов выяснилось, предал всех, кроме самого себя. Скажи мне, где Персей? Получив контроль над их бомбами, мы сможем подорвать их с безопасной позиции на Соловках. С безопасной позиции на Соловках. На Соловках. На Соловках. Это твой шанс узнать, чего ты стоишь на деле. Где Персей? С безопасной позиции на Соловках. Соловки. Симс, звони в Вашингтон. Остальные собирайтесь, уходим. Правильный выбор был. Идем. Ты наш человек. Адлер. Ага. Да. Выход через час. Подведем президента. Так точно.